Игорь Лукашов продолжает работать над развитием детских дошкольных учреждений города. Сегодня градоначальник посетил школу детский сад номер 37 «Росиночка», детский сад «Карамелька», «Лазурный», «Аленький цветочек», а также «Жемчужинка». В каждом учреждении он осмотрел группы, пищеблоки и подсобные помещения. Вопросу организации питания детей и качеству продуктов глава администрации уделяет особое внимание. Он ознакомился с организацией воспитательного процесса и выявил проблемы, которые будут решаться в будущем году. Проблема вот тех садов, которые мы сегодня объезжаем, они везде примерно одинаковые. Это дворы, это фасады. Вот. Ну, кое-где окна уже поменяли, а кое-где еще нужно будет работать в следующем году. Внутри коллектива везде старается, очень позитивно оцениваю работу и этого детского сада руководства и предыдущих, что мы ездили. Люди делают, что могут в данном плане, попечительские советы работают. И дальше будем это продолжать. Наша задача довести сады до того уровня, который мы признаем хорошим. В свою очередь, малыши из школы детского сада «Росиночка» подготовили яркий предновогодний концерт. Нарядившись в костюмы своих любимых персонажей, они поздравили главу города и почетных гостей с наступающим Новым годом. Игорь Лукашов поблагодарил детей за представление и пожелал им всего самого наилучшего в новом 2018 году. Там же градоначальник обратил внимание на работу специальной группы, в которой дети занимаются благоустройством территории детского сада. Он поддержал такое стремление и предложил свою помощь. Очень много уделяю внимание и будем уделять вопросам озеленения, досадки растений, пропилки деревьев, чтобы это выглядело красиво, особенно когда весной, летом, осенью. Зимой это листья не видно, но тем не менее. Сегодня пытаемся организовать и пропагандировать работу по озеленению как города, так детских садов, так школ, включая родителей, школьников. Дальше продолжать будем эту работу. Руководители детских садов выражают уверенность, что визиты столичного главы администрации благоприятно скажутся на развитии дошкольных учреждений. Надеюсь на совместное дальнейшее сотрудничество с Игорем Михайловичем. Он услышал все наши пожелания. И я думаю, что детский сад будет процветать, соответствовать своему названию «Жемчужинка». Из маленькой мы когда-то превратимся в большую, красивую драгоценность. Также в мероприятии приняли участие помощники Игоря Лукашова и руководители структурных подразделений администрации крымской столицы. Анна Волина, служба новостей ИТВ.